но мне кажется, после таких новостей сейчас кровь бурлит. У кого есть желание уже бежать и работать, скажите? Отлично. И вы знаете, вот действительно у нас бизнес уникальный, потому что, видя здесь сегодня мамочек с колясками, с ребятишками, ты понимаешь, что Oriflame – это возможности для всех. И кто-то говорит, я не могу, потому что у меня дети, а кто-то говорит, я могу, потому что у меня дети. Давайте поаплодируем этим мамочкам и папочкам, которые сегодня, несмотря ни на что, здесь с нами и делают все ради будущего своих детей, ради того, чтобы эти дети увидели все вот это вот великолепие, которое я только что нам рассказал Company. Ну что, мы с вами сейчас повторим немножко кое-что, а может быть дадим ответы на вопросы, которые у нас сегодня прозвучали. Вот как сегодня уже звучало со сцены, мы недавно вернулись с Валенсии. Потрясающие ощущения, потрясающие впечатления. Еще не совсем смылся загар, еще не совсем пропал вкус моря. Еще все это живет, еще все это чувствуется. И впереди нас ждет еще потрясающая конференция, это Египет. Только вот чуть-чуть мы сейчас разбираем, не разобрали чемоданы, впереди Египет. И, конечно же, мы ждем. И спасибо огромное за Турцию, спасибо огромное за Стамбул. Я читаю сейчас об этом городе, я уже в него влюбилась, это потрясающее великолепие. Это здорово, компания дает такие возможности. И я всегда говорю, может быть, когда-нибудь мы были где-нибудь, ну, в Турции, в Анталии, точно не в Стамбуле. Может быть, мы когда-нибудь были в Египте, но точно я бы никогда не была в Валенсии. И представьте себе, что только за этот год мы посетим три моря. Три моря за один год. Мы были в Сочи на Черном море, только что вернулись со Средиземного, и впереди еще нас ждет Красное море. И это все возможности Oriflame. Аплодисменты компании за то, что нам даются такие потрясающие возможности. Конечно же, мы ждем Анталию, мы ждем Стамбул, мы ждем. И нужно мечтать, давайте желать, давайте ставить цель. Вот сегодня Company сказал, что еще не знает, где будет юбилейная золотая конференция. А мы с вами можем сейчас себе замечтать. Вот вы бы хотели, чтобы где она была? На лайнере. На лайнере. Еще где? Еще раз на лайнере. Снова на лайнере, да? Вот уже Company, желание лидеров. Уже, конечно же, мы мечтаем. Мы хотим, чтобы у нас все это сбывалось. И компания дает эти возможности. И 2017 год, он будет уникальный. 2017 год, он будет юбилейный. Но вы знаете, компания готова бы принять подарки от нас в свой юбилей, но она дает нам подарок, она дает нам такую уникальную вещь, она дает нам потрясающую возможность увидеть юбилей и исполнить, встретить этот юбилей с компанией в потрясающих странах. И вы знаете, это особенное будет... Вот кто помнит свой юбилей? Какой-нибудь 5, 10, 15, 20, 30. Как вы готовитесь к этому юбилею? Заранее. Платье покупаем. Что еще делаем? Стол накрываем. Приглашаем гостей, правда? Подарки ждем. Вот компания нам... Вы знаете, я думала, в Валенсии был юбилей, честное слово. Там был такой салют, были такие шикарные столы. Оказывается, нет. Это было еще, знаете, репетиция. Еще в Турции порепетируем. А уже потом на юбилейной золотой конференции мы отпразднуем что-то особенное. И компания сказала нам, сделайте этот шаг к амбициозной мечте. Кто готов сделать этот шаг? Кто уже сегодня, здесь и сейчас поставил себе такую возможность? А вот те, кто руки не подняли, вы не хотите в США? Вот давайте вопрос, кто хочет в США? Вот смотрите, сейчас все хотят. А почему себе цель поставила только половина зала? Почему? Вот сегодня звучало со сцены 9 месяцев. Вот такая вот, знаете, цифра. И у нас, кстати, осталось тоже 9 каталогов. 9 каталогов. Уже с сегодняшнего каталога квалификация началась. И нужно задуматься об этом, да? Нужно поставить себе и сделать этот шаг к амбициозной мечте уже сегодня. Время. Пришло наше время. Пришло время увидеть, наконец, на эту Америку, которая, о которой уже мы с вами знаем, не знаю, с самого первого. Наконец-то увидеть эти потрясающие виды. Посмотрите, как там будет красиво. Посмотрите, как там будет великолепно. Для кого это все? Скажите. Эта компания приготовила для кого? Для нас. Для нас с вами, конечно же. Конечно же, для нас с вами.
И вот смотрите, звезды наши, они уже там. Вот звезды купили там себе квартиры, они ездят туда отдыхать, они уже живут в Майами. А мы с вами что? Мы лидеры компании Oriflame. И для нас это тоже возможно. Для нас это тоже реально. Только стоит захотеть. И тем более сейчас это можно сделать даже с детьми. Мамочки, вы хотите, чтобы ваши дети тоже побывали в таком великолепном месте? Тоже вместе с вами отпраздновали прекрасную юбилейную конференцию? Ведь потому что можно брать с собой спутников, можно брать с собой и детей, и мужа, и кого еще? Вот кого вы возьмете с собой в США? Вот давайте помечтаем. Кто возьмет детей? Кто мужа? Кто маму? Кто сестру? Кто родственников? Вот на самом деле задумайтесь, да? Только сейчас задумайтесь, что это возможно. Потому что это будет невероятное событие. Это будет уникальное событие. Это будет просто вау. Но поставить цель нужно уже сейчас. Быть всем на юбилейных конференциях компании Oriflame. Кто поставил себе эту цель? Нужно это сделать здесь и сейчас, да? И давайте еще вот более подробно поговорим. Что нужно сделать? Нужно закрыть звание бриллиантового директора. У нас есть квалификационный период с 12 каталога, который уже идет, по 12 каталог 2016 года. Закрыть звание бриллиантового директора. Это значит, что открыть 6 групп нужно в 5 каталоге 2016 года. В 5 каталоге у нас есть 9 каталогов, включая текущий. 9 каталогов. Нужно сейчас посмотреть, кто есть у вас, какие, сколько у вас есть лидеров, и кто из них тоже вместе с вами хочет на юбилейную золотую конференцию или на юбилейную бриллиантовую конференцию. Мы посмотрели, кто есть у нас в команде, и поговорили с каждым лидером. И каждый лидер поставил себе эту цель – быть на юбилейных конференциях с компанией Oriflame. Вот все-таки, да, будут делать это лидеры или не будут? Кто будет это делать? Кто хочет в США? Кто будет это делать? Конечно же, все возможно. Поставьте себе эту задачу. Что нужно делать? Сейчас нужно просто активно рекрутировать. Сейчас нужно не терять ни одной минуты. Сейчас нам нужно с вами предложить каждой подружке быть на юбилее с компанией Oriflame. Сейчас нужно достать свой весь огромный потенциал. Сейчас нужно говорить, что у нас самая лучшая косметика, у нас самое лучшее предложение, у нас самое лучшее туалетное мыло, да, у нас самые лучшие ароматы, у нас самые лучшие крема. А как вам новинки, о которых сегодня рассказала Неля? Так здорово, это классно. Вам нравится серия New Age? Кто ее ждет уже? Кто ждет новый аромат Giordani Gold Essence? Вот как думаете, с какими продуктами можно работать? С какими продуктами реально работать? А с нашей серией Wellness, которые будут в юбилейных красивых коробочках, в золотых коробочках, возможно это сделать? Так давайте сделаем это. Давайте будем говорить о Wellness, будем говорить. И, конечно же, поедут только те лидеры, которые скажут себе, что я это сделаю и буду делать каждый день, несмотря ни на что. Действия каждый день и каждый день. Ведь иногда, знаете, как бывает, мы с вами хотим, мы мечтаем, и перед нами открывается весь мир. Но наступает утро, наступает следующий день, и что мы думаем? Ну, полежу подольше. Ну, ладно, завтра пойду. Ну, ладно, сегодня вот у меня другие дела. У кого такое было, скажите? Было, да? А вот представьте, впереди США, впереди Майами, и впереди может исполниться еще чья-то мечта. И вот скажите сами себе и говорите себе это каждое утро. Просыпаясь каждое утро и подходя к зеркалу, говорите себе, я поеду в США. Кто это будет делать? Кто будет говорить себе каждое утро, я поеду? И идет активно на рекрутинг, на продажи, на встречи. Следующее утро вы снова просыпаетесь и говорите, я поеду. И снова на рекрутинг, снова на продажи, снова на...
на встрече, кто это будет делать каждый день. Тогда кто поедет в США? Я желаю, чтобы мы с вами, чтобы нам сказали не просто самолет для Анталии, а чтобы самолет в США летел именно из нашего региона. Кто готов поработать на это? Спасибо компании Oriflame, спасибо за прекрасные возможности. И давайте мы сейчас на самом деле задумаемся, сядем, все просчитаем, поставим себе цели, напишем себе планы, возьмем это все и сделаем. Спасибо, друзья!